награждается в номинации «Лучший защитник МФЦ Лиги А» Сертерова Нуржан, команда «Концерт». Награждается в номинации «Лучший нападающий месяца Лиги А» Атинагин Багат, команда «Ариэ». Награждается в номинации «Лучший игрок месяца Лиги А» Ашихан Ахмир, команда «Караюкет». Награждается в номинации «Лучший игрок месяца Лиги А» Амагильда Азамат, команда «Кубей». Награждается в номинации «Лучший командир месяца Лиги А» Ашихан Ахмир, команда «Караюкет». Лучшие игроки Суперлиги. Награждается в номинации «Лучший вратарь месяца Суперлиги» Али Махсад, команда «Зенит». Награждается в номинации «Лучший защитник месяца Суперлиги» Абиль Касымов Пердет, команда «Аяк». Награждается в номинации «Лучший нападающий месяца Суперлиги» Коштар Мухтар, команда «ДДТ». Награждается в номинации «Лучший игрок месяца Суперлиги» Абдулов Султан, команда «КДК». Награждается в номинации «Лучший игрок месяца Суперлиги» Дурбайдам Дайлет, команда «КДК». Награждается в номинации «Лучший бомбардир месяца Суперлиги» Култаев Султан, команда «ДДТ».